За последние два года сформировано тысячи земельных участков, которые должны достаться многодетным семьям Щелковского района. В этом вопросе наш муниципалитет является лидером и примером для всей Московской области. Большая часть земель уже выдана семьям, но теперь появился ряд вопросов, которые без помощи местных властей новым владельцам земли решить не получается. Именно поэтому заместитель руководителя администрации Щелковского района Никита Никулин решил выехать на места и лично встретиться с теми, кто нуждается в помощи. Первым пунктом в поездке стал участок земли неподалеку от села Трубино. Здесь владельцев прежде всего волнует вопрос отсутствия подъездных путей. Грунтовая дорога до земель существует, но пользоваться ей можно только в сухую погоду. Никита Никулин заверил жителей, вопрос строительства дорог до участков многодетных семей на данный момент является приоритетным. Поэтому именно им администрация и будет заниматься в первую очередь. Сейчас активно ведется работа по паспортизации всех подъездных путей. Мы запустили, подчеркиваю, работу для того, чтобы оформить на все 10 участков крупных полей, да, для многодетных, то есть для тысячи многодетных семей, которым было розданы эти земельные участки, мы запустили эту работу. С аналогичными проблемами столкнулись и владельцы участков на других территориях – в Огуднево и Анискинском поселениях. Никита Никулин пообещал, что и для них проблема будет решена. Обсудили с заместителем руководителя администрации проблемы чисто человеческие. У представителей многодетных семей, получивших земли недалеко от деревни Вторая Алексеевка, возник конфликт с местными жителями. Те пообещали, что перекроют дорогу к их участкам, потому что не хотят, чтобы рядом с их домами возили строительные материалы. Никита Никулин пообещал, что местные власти вмешаются в процесс. В защиту встанет администрация, конечно, встанет. И не даст никому ничего перекрывать. Конечно, нагрузку. Более того, Никита Никулин пообещал, что данная подъездная дорога будет внесена в программу Главного управления дорожного хозяйства Подмосковья, а это значит, что ее ожидает капитальный ремонт и новое покрытие. Мы сделаем все для того, чтобы эта дорога уже на следующий год попала в программу ПДХ, это Московская область, чтобы была полностью отремонтирована, так как здесь многодетные. Кроме того, во время выездного совещания был намечен и следующий этап работ. Им станет установка дренажной системы для борьбы с ежегодными весенними подтоплениями. Никита Никулин поручил подготовить по этому вопросу комплексное предложение. Как только у нас будет это комплексное предложение, соответственно, мы уже будем дальше работать в направлении, то есть сколько это стоит, соответственно, как будет это оплачено, кем будет оплачено, какими силами это будет все сделано. То есть это уже будет второй вопрос. Мария Смирнова, Александр Ржевский, телерадиокомпания «Щелково».